Вчера, не вчера, а прямо говорили, кто-то ходил там к шаману, сказали, ну, с нашей роты там, или родители, кто там, шаман сказал, вся вторая рота целая, живая вернется. Ну, дай бог. Я-то не хожу по шаманам, я вон в церковь бегаю только. Сколько ходил раз? Раза 4 уже ходил. Ходи почаще, я Богу молю. Я этот 40-уст заказала на тебя на полгода, чтобы 40 святых молились за тебя. 600 рублей отдала туда. Ну, свечечку домой купила, с батюшкой разговаривала. Там вообще пишут, сколько пленных-то, целая куча. Убитых сколько. Ну, да хуя, уже первую чеченку только не было, нахуй, блядь, жив сколько в этой войне. Обалдеть. Кошмар. Леша, впереди вас-то никто больше не стоит, да? Нет. Вот вы... страшно. Сколько еще это продлится-то, я ничего понять не могу. Ну, больно, это на года потянется, кого говоришь. Самое главное, чтобы меняли. Сегодня тоже пригнали, 27 человек же это, из Хабаровска. Где это погиб, уродцы, нахуй, блядь, там пиздец. Ну-ну-ну-ну-ну. На их технику, они, бля, нихуя себе, были в Сирии, тут вообще не сравнить, нахуй, ебать, там гораздо проще. Петрякова, ты представляешь, это средней тяжести облучения. Че? Ну, облучение средней тяжести у него. А ты думаешь, у меня, нахуй? Вот. Я думаю, что надо потом по приезду все равно лечь куда-то на реабилитацию, хоть, я не знаю, там курс какой-то пройти. Охуеть, прикинь, вот пидорасы, мы там 2 недели стояли, и нас все в бой отправили, пидорасы ебучие, вообще, наше государство, наше правительство вообще близко, я вообще их ненавижу. Да. Даже бой, нахуя, у кого-то кинуть, хоть киняли, а уволят, прямо оттуда, нахуй. Ага. Ну. Да, надо будет вообще косить больничным с этой щитовидкой твоей. Я сейчас переживаю так за нее, за эту щитовидку, считай. Там еще нахуй стояли в этой Чернобыльской АЭС. Ну, вообще пиздец, Но она мне вчера, Маринка, говорит, он проходил вот эту комиссию полностью, он полностью весь прошел. Ну, вот, видишь, вот у него средней тяжести. Ну, приедешь, будем с тобой вино пить. Да, я вот я тут уже водки выжил, ебал, я вроде сижу, столько не выпил, сколько здесь на этом нахуй. А у меня вчера нос чесался, вообще кошмар. В основном пьем коньяки, блядь, такая хуйня, джек-бомбусы такие. А ты, Леш, на этой фотке трезвый или нет? Ну, так маленько на волне был. Ну, я и то глаза смотрю, какие-то полные печали, чуть ли.